была танка, который фармил был лучше, чем я. Не один. Вот, я когда я отметки брал, все я заметил. Ну, это, видимо, связано с какими-то коэффициентами фарма, с какими-то ценами там снаряда, да, и всего остального. Вот. У меня не было, я об этом тысячу раз говорил. У меня в моих руках два танка фармил лучше всего. Это лев и защитник. Но это не значит, что я получал удовольствие при игре на этом танке. За два боя у нас получилось 200 среднего, извините меня, 200 среднего содействия и 950 заблокированного. Вот такой вот он зверь. Этот лев в реалиях середины 2022 года. Такое вам не надо. Подписывайтесь на канал, ставьте лойсы. До свидания, господа. Нужна галтишка на перевод свободки или нужен танк для фарма? Заходи на лоткит. Куча премиум танков, мешок голды, ежедневная раздача золота. Испытай свою интуицию на лоткит. Ссылка и мой промокод на бонус в описании. Здоров, танкисты! Сегодня у нас в гостях Минотавр, он же пациента стационара, или как его. В общем-то, это итальянская прокачиваемая ПТ 10 уровня, 100% исторично, как и все итальянские танки в игре, но за исключением ОФ-40. Вот. Ну и, собственно говоря, конечно, танк слабый. Вот. Особенно по броне, особенно не бесит. Вообще, когда вот стоит. По броне, конечно, мамаша полная. Сегодня мы вспомним, что это такое. Что такое дать Т-110Е3 баш. Вот. Танк Токсик, конечно, безумный в позиционке и в определенных ситуациях просто... Ну, это просто нечто неописуемое. Вот. Варианты оборудования. Два оборудования, которые у вас должны стоять всегда на этом танке. Это закалка в слот и турбина не в слот, потому что нет слота у ПТ на подвижность. То есть в идеале это должна быть трофейка либо боновая, да, потому что ей буст не нужен. Вот. Если у вас только обычная, то придется ставить ее. Но я думаю, что трофейка уже давным-давно у всех есть. Третье, на ваше усмотрение. Это может быть вентиляция, как у меня, это может быть на УМП, например. Приводы ей, по сути, нахер не нужны. На ваше усмотрение. Но вот закалка и турбина, во-первых, это сверхтяжелый там прорыв, это первая закалка, даже не обсуждается. Турбина, конечно же, нужна, да, улучшить не самую лучшую, скажем честно, подвижность, но не самую плохую. Вот. По поводу полевой модернизации. Слот живучий, чтобы закалку впендюрить. Тут, понятное дело, лучше проходимость. Тут можете взять побыстрее сведение, но тут настолько... оно быстрое очень, и вот этот вот буст, он практически ничего не даст. Ну, то есть можете просто 150 тысяч потратить, да? Здесь, понятное дело, больше к обзору, здесь лучше защищаемость, вот это вот все. При этом мы добавим 3% ко времени заряжания, но это для этого танка абсолютно ни о чем не говорит, потому что это уникальный барабан. Мы об этом обязательно поговорим, поэтому здесь берите левую, здесь не берите ничего, потому что, по сути, не надо. Потому что жертвовать 2 км/ч ни в коем случае нельзя. По понятным причинам все-таки катить назад придется. Вот. А докидывать их и тратить уже и скорость ремонта и все остальное, мы, как сказать, зачем мы с вами закалку ставили, это понятно. Перки сейчас перед вами, после этого взглянем на интересную броню данного танка. Вот, слово «интересное» прям описывает интересность брони данного танка. И когда мы этот танк видим перед собой, не играем на нем, а видим его перед собой, мы всю интересность ощущаем на себе. Очень интересный танк. И мы сейчас взглянем. Вот так вот выглядит коллижен модель.